Слегка странный и новый M&M с кофейным вкусом и внутри арахисом. Собственно, больше это аромат данного напитка и отсутствие его крепости. Но сочетание с шоколадом и бобовым орешком вполне приятно вышло и не приторно, в отличие от некоторых других и даже классического варианта. Сильного привкуса кофе нет. Только чуть-чуть есть вариант самый светлый молочный, самый крепкий более темно-коричневый, а такой, который светло-коричневый, он средненький. Могу, в принципе, рекомендовать. Интересное лакомство, пусть и дорогое. Состав вы увидите на упаковочке, вес где-то, кажется, 90 с чем-то грамм. Спасибо вам за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки, мне нужно ваше. Слегка.